Вы думаете, в сказке оказались? Отнюдь. Добро пожаловать в систему начального образования. Именно таковой она является в последние 3 года с принятием стандартов второго поколения. Поясним. Принести необходимо вполне определенный результат, соответствующий требованиям стандарта, где одной из главных составляющих является формирование универсальных учебных действий. Способ передвижения тоже понятен. В соответствии с требованием информационного общества, это информационное пространство учителя, которым обеспечены все желающие учителя на сайте «Началка Семинфо». С программным обеспечением нашего транспорта, читай учебного процесса, тоже все ясно. Моим сегодняшним ученикам в средней школе понадобится умение работать с текстовыми документами, в сети интернет, с презентациями, а значит, программное обеспечение Microsoft и Intel может быть наиболее подходящим средством достижения поставленных целей. Вызывает вопросы образ водителя, читай учителя. Он в данных условиях и швец, и жнец, и на людей и грец. Ибо все методическое обеспечение работы в пространстве – это творчество учителя. Да, 2 рук явно не хватает. К тому же нельзя забывать, что творчество – процесс стихийный, а образование требует упорядоченности. Наш проект – попытка создать творческую упорядоченность, то есть образовательную среду, формирующую у учащихся 1 класса универсальные учебные действия в образовательном пространстве учителя посредством программного обеспечения Microsoft и Intel. Все поместились на нашем ковре-самолете? Полетели. Месяц ученики 1 класса учились работать с текстовым документом Microsoft Office Word и презентацией PowerPoint, выполнять творческие работы в Paint. Они работали с таблицами, диаграммами, моделировали, систематизировали и классифицировали, искали информацию в интернете. Последующая проведенная нами диагностика показала, что планируемый результат достигнут. То есть необходимая образовательная среда, формирующая универсальные учебные действия, создана. А продуктом нашего проекта является комплекс заданий, которые могут применять все желающие учителя 1 классов в своих образовательных пространствах посредством программного обеспечения Microsoft и Intel. Будем рады, если наш труд принесет вам пользу. В перспективе планируем продолжать работу в заданном направлении –